Здесь ты наоборот не прижимаешь, а поднимаешь, да? Да, здесь я поднимаю и прям вот поставлю. Выворачивает. Да. И то препарата совсем чуть-чуть, много не нужно. Так, вот это мы лучше вывернули, чем угу. Будем дальше разворачивать. Просто я зайду такой нашей стандартной парижской техникой, но по чуть-чуть. Вот так. Вы кофеечек не пили с утра? Пила. Я вот вижу, что подтекает у нас. Да, слушай, без кофейка у нас сегодня было. Вот у меня пустота. Угу. Стандартные наши техники, перекрестные. Сизочек, я знаю, тут немножко некомфортно. И вот так по низу. Чуть-чуть просто распыляй. Много не нужно. Ты подрываешь, да? Ты Нет, я зашла и буквально оставляю вот такой, знаешь, как песочек. Все, раз. И с другой стороны. Все, мое хорошее. Немножко еще осталось. Юлька, ты герой. Юлечка, немножко еще здесь. Все, Юленька, все, мое хорошее. Так, у меня не развернулось, я так понимаю, вот латеральная, да? Вам оттуда видно, мне просто сверху не видно. Да. Да? Чуть-чуть есть. Ну, может, на отеке уже с той стороны. Не-не-не-не. Немножко вот. Угу. Видишь, да. Чуть-чуть вот здесь нужно. То есть там, где тебе не хватает, вот там ты смотришь и заходишь. Угу. То есть, чтобы поднять высоту губы, мы заходим с середины губы до линии смыкания. Кстати, все логично. Это же у нас тоже логика. Все, и понемножку препарата дала. Просто, знаешь, я же все больше нити. Угу. Я в них упала, и все. Сейчас есть... Ну, чтобы вот эта вот часть, где вот именно вектора рисуют. Так, а я ж не знаю. А, видишь, пошел. Да. Как ты его нужно больше взять? Да, да, я знаю, я же это проговорила. Где ты бабушек хранишь? Да, Юля, вообще шикарно получается. Терпи, казах. А я же не знаю, с какого момента. Я тебе подушку дала, мне ее. Со всей дури. А вот мы за счет этого сейчас вот и попробую ее сюда зайти, чтобы его приподнять именно вот здесь. Красная кайма. Красную кайму. Раз, зашла. Приподняла.